1 сентября пройдет в обычном формате. В новом учебном году школьники снова сядут за парты. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Поначалу профильное ведомство хотело отказаться от проведения традиционных линеек на 1 сентября из-за угрозы заражения коронавирусом. Однако сейчас принято решение линейки провести, если позволит эпидемиологическая ситуация. К дистанционному обучению планируется прибегать только в качестве дополнения. И в развитии темы образования 26 столичных выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Завершился основной этап государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования. В аттестации приняли участие более 2311 классников. Выпускники сдавали экзамены по 14 предметам. Для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.